Передать дороги, электро- и водопроводные сети, расположенные на территории садовых товариществ на содержание государству. Федеральный тренд смены земельной собственности нашел свое отражение и в ульяновском законодательстве. На заседании областного правительства утвердили закон о порядке безвозмездного приобретения имущества общего пользования в государственную или муниципальную собственность. Это позволит привести региональное законодательство в соответствии с федеральным, которое предоставляет регионам право устанавливать свой порядок приобретения имущества общего пользования. Это позволяет, получается, государству помогать в части более творческого развития садоводов, огородников по обслуживанию дорог, электросчетовых, то есть всего движимого и недвижимого имущества, которое стоит на балансе садоводческих обществ и огороднических обществ в части их границ. Суть нововведения – значительно облегчить жизнь садоводов и огородников в содержании всех коммуникаций и близлежащих дорог. Снимается нагрузка содержания, значит, того хозяйства, которое имеет садоводы, с плеч наших садоводов. То есть намного облегчается вот эта вот нагрузка. То есть, очень важный вопрос при передаче вот земель общего пользования муниципальным собственностям, это в особенности стоит вопрос газификации СНТ. То есть внутри садоводческих товариществ уже будет тянуть газ так же, как и в сельской местности. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года. В регионе уже зарегистрировано 238 садовых некоммерческих товариществ. Заявителям на добровольной основе необходимо подать заявление о безвозмездной передаче имущества в уполномоченный орган и приложить необходимый перечень документов. Анна Тищенко, Даниил Сурков, Новости Ульяновской правды.